С вами XMM, у нас продолжается неделя компании YG. Мы делаем реакцию на артистов компании YG. Кто, может быть, первый раз сейчас нас смотрит, чтобы был в курсе, поэтому свайпайте вниз и увидите предыдущее видео. Ребят, и сегодня у нас очередь группы Winner. Итак, группа Winner, мы знаем, кто эти ребята, мы уже делали реакцию на них. Они сформированы аж в 2013 году. Группа сейчас состоит из 4 человек, но изначально в группе было 5 мемберов. И, боль моей души, Нам Тэхён покинул коллектив в 2016 году из-за проблем с психическим здоровьем. Очень жаль, так как очень талантливый парень, он мне очень нравится. Прям я бы сказала, что был одним из моих биосов вообще в целом кей-попе. Много же из разных групп, а из этой группы я очень выделяла этого парня. Также в группе мой любимый вокалист. Девочки, мы делали на него реакцию на Кансын Юна, но нам ее заблокировали. Очень жаль, очень. Просто уникальный просто вокал. Просто боль моей души. Мега талантливый вокалист. Но вы знаете, что мы знаем о нем и что он потрясающий. Потрясающий, вот. Я с вами согласна, абсолютно. Посмотрим сегодня выступление на SIA 2016. Да. Пока еще группа в полном составе. Мы на них делали реакцию. Так что, если вы захотите увидеть что-то, типа будете нам советовать, посмотрите пониже, да, пролистайте. У нас есть реакция на Winner. Мы хорошо с ними знакомы. Я специально старалась выбирать максимально лайв выступление. Да, чтобы, знаете как, во-первых, оценить вокал, во-вторых, просто здесь, ребята, выглядит офигительно. Да. Поехали. Блин, выключай. Так, песня вначале у него будет заставка оки-доки, так как это мино. И baby, are you ready? Yes, I'm ready. А, это показ-мод. Показ-мод, да. Как Виктория Секрет. Все, я поняла, да. Я не... Окей. Одна из лучших песен кей-поп, вот честно. Да, ты права. Просто мину. Посмотрите, извини, пожалуйста, на Ким Тойм. На Тэхён. Тэхён. Yes! Окей. Yes. Вау, какой красивый. Кола. Молча. О моя! Is that true? Yes! Окей-доки, йо! Is that true? Yes! Окей-доки, йо! Джумао! Yes! Он что, модель, блин? Как ты идешь вообще? Успокойся! Ну как, про кого еще? Вау! Я залезу туда и скажу. Ты такой хороший. Он очень хороший. Слушай, кто их одевал, просто шикарно это сделал. А, вот и девушки. Это так необычно, блин. Так необычно. Боже мой, я бы там споткнулась перед ними и упала прям клешня вот так. Нет, хотя ты бы упала бы на них. Постаралась бы на всех пятерых. Знаешь, как на одного потом... Смотри, они остановились. Замерли. Вау, это очень красиво. Тебе все замерли. Тебе не сказали, что ли? О, это очень красиво было сейчас. Очень красивую песню выбрали под показ. Да. Ох, тоже фигура у этого парня. Да, эти джинсы. Или что это там? Это, мне кажется, дело не в джинсах. Ну,
что, за ним просто все, угнался за ним. Вау! Слушайте, а это... Вау! Да, они... Ты видела, соприкоснулись да, взглядами? Да. Вау! Это лапша? Что это? Это очень красиво. Вау! Записано! Я сейчас задушу! Он забрал ее! Ах! Надо было становиться моделью в Корее. Сейчас, когда эта модель ушла туда, ее побили за то, что он ее взял. Я, да, если бы там было. Вау! Как он поет! Не уходи, говори. Просто на его голос потрясный. Он самый смелый оказался, однако. Ну, а что, по нему не видно? Наш. Вау! Сочетали просто. О, это Мин! Ну, да. О, это у него такой... Иман Йоши, оказывается. Я не понимаю, он внебрачный сын Джи-Драгона? Да, что происходит? Да, почему он так похож на него? Похож из всех... Смотри, как он улыбается! Мино, ну ты что? Он просто услышал тебя, он обрадовался. Ему явно придает. Не забывай, что это лайв, блин! Реально, да. О, какая гармония красивая. Очень. Вот так. Видно, он уже весь мокрый. Потому что пение это труд, ребят. Да. Это очень трудно. Знаете, некоторые такие высокие ноты берут, и типа ничего, даже ни мимика не меняется. Там явно видно, что что-то не то. Вы выдохнули. Ну что, девочки, ваша очередь говорить, я бы все сказала. Я скажу, что это потрясающе. Мне очень понравилась вставка у Соки Доки. Они так типа начали дерзко, мы вошли, мы пришли, мы винны. И потом такие... Ох, это очень сладко было. Не, ну то, что ребята талантливы, мы и так это знали, конечно. И разноплановые. Они всегда то такие смешные песни, да. То такое, то всякое. Очень нравится. Ну, на самом деле, до реакции на вот вокалиста я не знала, что настолько талантливые ребята. Да. Ну, понятное дело, что талантливые, но такие вокальные данные, такая аура у ребят. Ты заметила, да? Да, очень. Вот. И сейчас то, что мы посмотрели, это необычно для меня, потому что, ну, понимаете, блин, мы смотрим кей-поп, и эти модели, да, и вот да, они стоят, да. Выглядят просто эти аутфиты, это шикарно. Не знаю, мне очень понравилось, ставлю лайк. Я тоже. И песня, конечно, боже мой, о май гад. Очень-очень заводящая. Очень заела, да, песню я, конечно, слушаю давно, но в целом это просто идеально. И не могу не отметить, действительно, как же они красиво выглядят. Боже мой. В общем, ребят, делитесь своими впечатлениями. С вами были XMM. Не забывайте подписываться на наш канал. Не забывайте подписываться на все наши соцсети, которые указаны внизу. И да, неделя с YG продолжается. Окей. Yes. Окей. Все, пока-пока. Ехали.